Суббота, 8 часов утра. У реки Сочи уже тесно. На набережной собирается большая группа желающих коллективно заняться физкультурой. Задача минимум пробежать уже знаменитую сочинскую «Мир и здоровье». Это 1,5 с лишним километра. Не сойти с дистанции, побороть себя. Если не добежать, то дойти до финиша. Вообще сейчас во всем мире модно стало бегать. Вот я месяц назад был в Венгрии, в Будапеште, утром убежал на пробежку 4:30 утра и удивился, сложно было бежать. Вот по такой дорожке гуськом люди бегут. В Сочи тоже надо пропагандировать. Этой акции уже несколько лет. За все это время коллективно сочинскую милю пробежали больше 5000 человек. Это мой образ жизни. Я этим живу, не могу без бега. Нет движения, нет жизни. Идейный вдохновитель. Городская администрация приглашает новых участников бегать в большой компании. Двойную порцию впечатлений гарантируют. Если утром и вечером выйти на набережную, на любую, мы увидим людей, которые бегают, которые занимаются спортом. У нас все тренажерные залы заняты. 27 спортивных школ. Сегодня в городе Сочи спорт развивается огромными шагами. Много позитива от места встречи, которые менять не собираются. Это речная набережная, одна из самых красивых на курорте. Здесь много места, и бегунам есть где развернуться, а после пробежки есть где мышцы подкачать. Тренажерный зал под открытым небом работает круглые сутки. Желающих позаниматься здесь хватает. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.